говорят, что нельзя разговаривать с набитым ртом. Что нельзя есть руками. Что подбирать соус с тарелки неприлично. А еще, что бульоны должны быть в кубиках. Но правила существуют, чтобы их нарушать. Бульон Икнор в новой упаковке. Ими можно посыпать блюдо в любой момент, когда вы готовите. Рассыпчатые бульон Икнор. Жизнь может быть такой вкусной.